Здравствуйте. Время узнать главные новости этого дня. Я Алексей Лихман. Начинаем подробности. Ночная перетряска. Что искали в Министерстве внутренних дел? Красный след одесских беспорядков. Кто спонсировал взрывы в городе? Небо для избранных. Почему лоукост-компаниям так сложно пробиться на украинский рынок? Обескровливание науки. Почему из вузов массово увольняется профессура? Обыск под покровом ночи. СБУ нагрянуло в Министерство внутренних дел. Руководство МВД поначалу отнекивалось, мол, непрошенных гостей у них не было. Но позже СБУ и ГПУ подтвердили, министерство все-таки перетрясли. Кому же нагрянули и что искали, узнавала Ирина Баглай. Под прицелом ГПУ Министерства внутренних дел. Вчера ближе к ночи в центральном аппарате МВД сотрудники СБУ провели более 10 обысков. Что искали, по какому делу и в чьих кабинетах, в СБУ деталями не делились. Говорят, действовали по поручению Генеральной прокуратуры. Единственное, что я могу сказать сразу, что не соответствует действительности информация, что начебто обшуки проводились у керівництва Министерства внутренних справ. В Генпрокуратуре массовые обыски в МВД комментировать сразу отказались. Но уже с утра, ссылаясь на свои источники в министерстве, один из информационных ресурсов сообщил. Интерес силовиков вызвал первый замминистра Авакова Сергей Чеботарь, куратор кадровых вопросов юридической политики министерства и его материально-технического обеспечения. Обыски якобы коснулись и главы госпредприятия «Спецсервис» и начальника финансового управления МВД. Частично нам эту информацию подтвердил Константин Стагний. Це стосується господарської діяльності, пов'язується з одним із заступників міністра внутрішніх справ. Там приблизно те ж саме, що і говорять про тих МЧСівців, яких затримали показово на Кабміні. Можливо, це будуть пов'язані вони разом. Політичні розборки або боротьба з корупцією. Політологи склоняються до більш оптимістичної версії. Зайнялися реальним очищенням правоохоронних структур і МВС. Але з другого боку, хто проводив, за чиєю вказівкою? Хіба наша Генеральна прокуратура сама реформована? Відповідь, безумовно, що ні. Можливо, СБУ вже пройшла період очищення? Також саме негативна відповідь. Зараз перед правоохоронними органами є великий виклик, щоб справи, які були початі, були доведені до логічного завершення і процедурно все було виконано бездоганно. Но вопрос, чем вызвана такая закрытость процесса очищения, остается пока без ответа. Ведь еще и неделя не прошла после беспрецедентного публичного ареста главы службы по чрезвычайным ситуациям. А вот нашли ли то, что искали силовики в стенах МВД? Ни милиция, ни прокуратура объяснять не спешат. Ирина Баглай, Евгений Каминский. Подробности, телеканал Интер. Скандал с задержанными руководителями службы по чрезвычайным ситуациям продолжается и на этой неделе. Кто уже на свободе, а кто еще в СИЗО, расскажет Вениамин Трубачев. Василий Стаецкий уже на свободе. За бывшего заместителя госслужбы по чрезвычайным ситуациям внесли залог 1 миллион 182 тысячи гривен. Кто заплатил такие деньги за экс-чиновника, его адвокат не сообщает и общаться с прессой отказался. Но нам удалось узнать, что сейчас Стаецкий дома и он обязан являться на следственные действия. В то же время его начальник Сергей Бочковский по-прежнему в следственном изоляторе. Бочковский еще находится под стражей, но внесением заставы занимаемся, проблемы решаем. Оглашать проблемы пока не буду, потому что, ну, боюсь, что утечка информации, как бы, нам поможет нашим оппонентам ставить палки в колеса. Жалобу подали в апелляционный суд на сегодня. За Сергея Бочковского тоже пытались внести залог, но деньги были заблокированы госфинмониторингом. Об этом заявил Антон Геращенко. Советник главы МВД говорит, что сейчас проверяется законность происхождения этих средств. Если выяснится, что деньги из сомнительных источников, это повод для еще одного уголовного дела. Кроме того, следователь и прокурор будут требовать ареста имущества подозреваемых. Но вот почему так избирательно? Одного чиновника выпустили под залог, а второго нет. Если Бочковского и Стаевского, эти деньги криминального происхождения, с тех средств, которые были награблены в ОСЧС, то, естественно, будет новое уголовное дело по отмыванию денег, полученных незаконным путем. Если это деньги легального происхождения, с которых уплачены налоги, например, их друзей, там, родственников и так далее, то они имеют право заплатить такие деньги и выйти под залог. Бочковский и Стаевский, напомню, были публично задержаны прямо на заседании Кабмина 25 марта. А спустя 3 дня суд их арестовал с правом
освобождения под залог. Чиновников обвиняют в организации коррупционных схем, в частности, закупки горючего для спасателей по завышенным ценам. Теперь большой вопрос, не попытается ли скрыться Стоецкий еще до начала судебного процесса. Вениамин Трубачев и Александр Данилов. Подробности телеканал «Интер». Очередного взяточника задержали в Харьковской области. Это мэр Люботина. Чиновник хотел получить 250 000 гривен за выделение земельных участков. Кроме мэра, в незаконной схеме были задействованы 3 местных депутата и землеустроитель. Госслужащих задержали в момент получения взятки. Сейчас идет следствие, а грозит взяточникам до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Рейдерский скандал в Днепропетровской области. Селяне Петриковского района заявляют, что у них пытаются незаконно отобрать поля. Обвинения звучат громкие. В скандале замешаны народные депутаты. Разбирались в ситуации наши корреспонденты. Вот так пайщики Петриковского района вынуждены отстаивать свои законные права на землю. Бойцы в балаклавах, представители правого сектора из соседнего Днепродзержинска, приехали поддержать вот этого человека, директора предприятия «Орель Лидер». Мужчина называет себя владельцем земли. Поля, которые находятся на территории сельского совета Куриловского и Николаевского, находятся в обработке нашей фирмой с 2010 года. Настоящие пайщики, селяне, говорит юрист Надежда Менгалеева. Она уже 5 лет отстаивает в судах права людей на их же земельные участки. Одно из последних решений в пользу общины было вынесено буквально на днях апелляционным хоссудом Днепропетровска. Говорит, госакты на землю у бизнесмена липовые. Здесь люди, которые собрались, они готовы предоставить оригиналы документов, которые подтверждают право собственности. Естественно, в судах мы это все подтвердили и доказали. Узнав, что на их поля заходит чужая техника, селяне возмутились. Утихомирить их взялся правый сектор. Пайщик Юрий Тирковский показывает свой автомобиль после общения с бойцами. Ущерб на 47 тысяч гривен. Штык-ножами покололи шины. Били руками, дубинками. Вот я не знаю тоже, чем выбили. Бензопилу заводили. Махали бензопилой там. Кричали, вы еще нас узнаете. Впрочем, били не только мужчин. 72-летняя пенсионерка Лидия Крюкова – одна из 5 пострадавших, которая обратилась за помощью в районную больницу. На руке гематома от удара палкой. Еще кажут, вот эти, правый сектор, кажет там один, что ударил меня. Я кажу, куда? Что ж ты кажешь, тебе не стыдно, что ты это меня побил? А ты б, каже, с палочкой, каже, б сидела б дома так, або в церкву ходила. Чего ты прийшла сюди? Що я тебе побив? Так ты ж, кажу, мою землю забираешь. Как я могу спокойно сидеть, как ты мою землю берешь? Вызывали на место инцидента и милицию. Безрезультатно. Ни одного человека, который избивал бабушек, на сегодняшний момент не задержано. Такую безнаказанность в районе объясняют просто. Непосредственно стоит за вот этими всеми рейдерами стоит такой народный депутат, как Куприй Виталий Николаевич. Верховную Раду Виталий Куприй прошел от блока Петра Порошенко, но не так давно покинул фракцию. Якобы в знак протеста против обвинения руководства Днепропетровской области в причастности к убийству сотрудника СБУ Волновахи. А пару дней назад на вече в Днепропетровске депутат еще раз напомнил, кто хозяин в регионе. Шановна громада, рік тому команда, як називають команда Коломойського, мої друзі, вони взяли на себе відповідальність за ситуацію в області. В нынешнем бою за земельные паи селяне свои права отстояли, но теперь им постоянно угрожают, и люди боятся, что подобные атаки могут повториться. Андрей Кравец, Юрий Красновский, Днепропетровская область, телеканал «Интер». Бывшим заместителем днепропетровского губернатора грозит уголовное преследование. СБУ призывает Генпрокуратуру начать расследование против Геннадия Корбана и Святослава Олейника. Сегодня глава СБУ в интервью одному из печатных изданий сообщил, во время допроса по делу о похищении и пытках днепропетровского чиновника Александра Величко, Корбан и Олейник угрожали следователям СБУ. А вот еще одно заявление Наливайченко, сделанное на прошлой неделе, получило развитие сегодня. Напомню, комментируя убийство офицера СБУ Дмитрия Манзика под Волновахой, глава ведомства сообщил, по этому делу следствие пытаются запугать все те же экс-заместители днепропетровского губернатора и вооруженные люди в камуфляже, а именно охранная фирма «Січ». Нами допитані і погрожували. Один з них – громадянин України Олійник, другий – громадянин України Корбан. Всі посадові особи, особливо в Дніпропетровській обласній державній адміністрації.
які зараз погрожують нашим слідчим, які через погрози застосування незаконних озброєних формувань, зокрема, я сьогодні називаю в прямому ефірі «Січ», підприємство, яке нібито є охоронною структурою. И вот сегодня по этому поводу высказались представители самой охранной фирмы «Сич». Они отрицают свою причастность к убийству офицера СБУ, как и к группе «Приват». Це просто повна брехня, повна маячня, оскільки дійсно є така охоронна агенція «Січ», яка ніколи не мала озброєних бійців і тим більше ніколи не охороняла ні «Укрнафту», ні «Укртранснафту» і взагалі жодним чином не пов'язана ані з імперією, скажімо так, «Привату», ані взагалі з якимось там бізнес-інтересами цієї групи. Генеральная прокуратура будет требовать снятия депутатской неприкосновенности с бывшего комбата Айдара Сергея Мельничука. Я напомню, его подозревают в причастности к похищению бывшего руководителя Укрспирта Михаила Лабутина. Генпрокурор Виктор Шокин заявил, что у следователей уже есть видеодоказательства. На этой неделе их обещают предоставить депутатам. И вот о скандале с Айдара, вокруг Айдара и о событиях на линии фронта. Давайте узнаем у Святослава Кухарчука. Он с нами на связи. Стас, здравствуй, ты в эфире. Мы ждем от тебя последние новости. Здравствуй, Леш. На Донбассе, вопреки минским договоренностям, боевики продолжают обстреливать позиции украинской армии, применяют в основном стрелковое оружие, минометы, в том числе и крупнокалиберные. Местные же жители здесь выживают за счет волонтеров и гуманитарной помощи. И вот на фоне всего этого сегодняшнее заявление главы Луганской области Геннадия Москаля и вовсе обескураживает. Он утверждает, что одно из подразделений Айдара захватило хлебозавод в Станично-Луганском районе. Якобы бойцы сейчас препятствуют подвозу хлеба и даже захватили крупную сумму денег, принадлежащую предприятию. Связаться с главой администрации нам, к сожалению, не удалось. А вот в самом Айдаре этот инцидент считают, что вот таким вот образом их полк пытаются дискредитировать. На сьогодні жодного айдарівця з військової частини 0624 на заводі немає. У тилу було зібрано групу айдарівців, які мали забезпечувати безперешкодне надходження харчів та допомоги у місто Щастя. Але згодом вони почали блокувати ці надходження з головною метою, аби бійці на передовій покинули свої позиції. Ну і поки це вся інформація к этому часу, Олексій. Спасибо, Стас. З нами на связи був Станислав Кухарчук. Каким был этот день в оккупированных городах в Донецке и Луганске? О чем рассказывают люди, которые там живут? Давайте послушаем. Проблема с молочными продуктами. В одни руки много не дают. А потом почему-то опять начался какие-то непонятные перебои с фруктами, детскими продуктами. Вообще, в общем, очень плохо. На некоторых из магазинов, на восточных кварталах, там, на детских полках, там, где детское питание стоят, там вообще стоят бутылки с пивом. Вот, то есть, там уже спиртное стоит. Наверное, значит, потому что детский продукт тоже не актуальный. Ситуация с лекарствами у нас не изменилась. У нас действительно все очень тяжело. Благо, вот я получила зарплату, но практически все за зарплату я потратила сейчас на лекарства. Сейчас только что я дала за лекарства 1500. Все, у меня уже опять нет денег. У нас сегодняшний день, у нас цены на бензин только дорожают. Вот там в литр 95-го в районе 26 гривен. Но это там, где он есть. А в основном, конечно, 92-й. На полках в торговых сетях все больше и больше появляется российского товара, именно там соки, масла. Вот. Цены, конечно, на все очень высокие. На рынке, на опте, картошка оптом 8,50. Ну, блин, вообще, цены, конечно, тихий ужас. В будние дни, да, в принципе, выходные, выходишь на улицу в 6-7 часов вечера, просто город-призрак, город абсолютно пустой. Машин можно пересчитать по центру, по университету, по Артема, по пальцам одной руки. Людей практически нету. Об обмене пленными сегодня говорили по скайпу. Так заседала трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе. Разговор длился несколько часов. Известно, что от украинской стороны был второй президент Леонид Кучма. О чем договорились, пока неизвестно. Последний масштабный обмен пленными состоялся еще в феврале. Тогда освободили 139 наших военных. Это информация от одного из переговорщиков, Юрия Тандита. В конце прошлой недели заместитель главы Минобороны заявил, переговорный процесс зашел в тупик. Но сегодня
сегодня в штабе АТО эту информацию опровергли. Минские договоренности, напомню, предусматривают обмен всех на всех. Іде постійна робота, вона не є публічною в плані проведення, але ми повідомляємо про те, коли це відбулося. Тому що, на жаль, ворог має свої види на обмін полоненими. І дуже багато випадків, коли ці обміни зривалися з вини ворогуючої сторони. 200 чоловік воєнних. Дальше есть еще там представители Национальной гвардии, есть представители добровольческих батальонов и также около 60 гражданских ребят. Сложность в том, что часть из них, несколько десятков человек, находится на территории Российской Федерации. Остановить агрессора могут только миротворцы ООН. Об этом заявил Петр Порошенко во время встречи с экс-президентами Румынии, Молдовы, Латвии и Украины. Обсуждали, как разрешить ситуацию на Донбассе, искали пути мирного урегулирования конфликта. На собрании присутствовал и советник ООН Антье Герберг. Официальный запрос на ввод миротворческого контингента уже отправлен. Единственное, чего мы просим, чтобы за межи Украины были выведены иноземные войска, і іноземні російські найманці. Буряти, тунгуси, псковські десантники і інші, які потребують самовизначення, щоб їх нарешті світова спільнота визначила вже і відправила додому. В Одессе задержали троих террористов. Операция длилась 2 дня, сообщили сегодня в СБУ. По их данным, в прошлом году, с начала нынешнего, в городе было совершено 24 теракта. И в 10 из них задержанные принимали непосредственное участие. Все они коммунисты, активисты антимайдана. Во время допроса признались, что хотели возвращения коммунизма, а взрывы совершали, чтобы запугать людей. Во время обыска в квартирах нашли обрез охотничьей винтовки, часовые механизмы и химические вещества для изготовления взрывных устройств. Один безпосередньо був в партійній структурі одного з районів Одеси. Два інші були його друзями і поплічниками, які разом проходили навчання, вишкіл, які займалися цими терактами. Один керував процесом, саме той, який був партійцем. Два інших виконували його завдання. Один здійснював розвідку, інший закладав. Також там один з них спостерігав за тим, як цей теракт відбувається. Череда постоянных терактов в Одессе началась в декабре прошлого года. В основном они совершались против волонтерских организаций. Практически все были без жертв, только в одном случае погиб мужчина. По одним данным, это был прохожий, который подобрал пакет с бомбой, а по другим сам подрывник неосторожно обращался со взрывным устройством. Московское правосудие сегодня неожиданно накрыл приступ гуманизма. Кого на днях могут выпустить из следственного изолятора, расскажет наш российский сапкор Данил Русаков. Сегодняшнее решение Мосгорсуда уже называют, если не политическим, то уж точно крайне неожиданным. Двум фигурантам уголовного дела об убийстве Бориса Немцова скостили сроки предварительного заключения в СИЗО. Правда, прямо сегодня на свободу их не выпустили. Апелляционная инстанция просто отменила решение Басманной Фемиды о заключении под стражу Хамзата Бахаева и Шадида Губашева. Ранее их арестовали до 28 апреля. По новому решению они должны быть свободны уже 8-го. Но результат, на мой взгляд, положительный. Отменено решение Басманного районного суда. До 8 апреля Басманный районный суд в ином составе должен повторно рассмотреть это ходатайство. Парадоксально и то, что обвинения для Бахаева вместе с тем ужесточили. Об этом сказал судья, зачитывая постановление. За хранение оружия группой лиц по предварительному сговору ему теперь грозит до 8 лет лишения свободы. А вот у другого фигуранта Заура Дадаева дела из рук вон плохо. В течение сегодняшнего дня поступала противоречивая информация. Сначала сообщалось, что вину свою он признает, затем стало известно, что уже нет. Ранее некоторые правозащитники заявляли, сознался он под пытками. Впрочем, сторонники убитого политика настаивают, дело не может считаться раскрытым до тех пор, пока имена заказчиков не будут известны. А в этом направлении по-прежнему тишина. Бандиты, которые успели добежать до Чечни, находятся под прикрытием Рамзана Кадырова, а сам Рамзан Кадыров находится под прикрытием Путина. И пока эта ситуация не изменится, заказчики убийства Немцова будут гулять на свободе. О том, что отпустить вот так просто на свободу людей, обвиняемых по такой тяжкой статье, не могут, для многих неоспоримая истина. Какую же меру пресечения для предполагаемых пособников заново изберет Басманный суд?
Сейчас это, пожалуй, тот самый вопрос, ответить на который никто не может. Данил Русаков, Виталий Коваленко, Московское бюро, телеканала «Интер». Получите новые платежки. С сегодняшнего дня тарифы в Украине повышаются в несколько раз. Сколько теперь стоит умыться и где искать экономию? Подробнее Екатерина Лысенко. Пока маленький Святослав играет, его мама разбирается с платежками. Считает, сколько платила раньше, сколько придется отдать теперь. Хай ЖЭК залишится 50 гривень. Газ мы порахували 600. Плюс вода 350. Це вже 1000. Далі світло. Хай 150 гривень ще буде світло. Це буде 1150. Опалення. А опалення навіть, я навіть, мені навіть страшно глянути. Ірина в декреті. В двухкомнатній квартирі живе ще й дедушка. Муж служить в зоні АТО. Весь доход, зарплата супруга 3000 гривень. І почти вся вона піде на комуналку. Це 2500 мені потрібно заплатити за комунальні послуги. Все. На життя залишилось 300 гривень на родину із трьох дорослих і одної дитини. З сьогоднішнього дня тарифи в Україні не просто виросли, взлетіли. Газ подорожає на 330%, гаряча вода – на 57%. За отоплення придеться платити на 73% більше, за електроенергію – на 33%. В СМІ вже посчитали, тепер умитися стоїть 30 копійок, прийняти душ – 70, а посмотреть телевізор – 1,5 гривні. Повишати тарифи потрібно, але зможуть ли платити по новим счетам? Субсидії уряд говорить про 4 мільйони сімей. Якщо ми 4 мільйони сімей помножимо на 3,5 члени в середньому в одної сім'ї, то виходить близько до 15 мільйонів. Це дуже багато, так? Ну, але у нас і бідних багато в країні. Держава могла б поставити і додаткове завдання, це, зокрема, заборонити, наприклад, підвищення тарифів до того часу, доки не будуть встановлені такі лічильники. Доведеться значною мірою економити і привчатися до якихось таких зовсім елементарних порад, наприклад, як закривати воду тоді, коли чистити зуби, як ставити каструльку там маленької форми на маленьку комфорку для того, щоб газ не горів, просто так, коли не потрібно вимикати електроприбори. Просто повышать тарифы – не выход, считают Федерации работодателей Украины. Агентство модернизации, созданное по инициативе Федерации, провело исследование. Там посчитали, сколько воды и тепла украинцы просто теряют. Из-за утечки в целом 90 миллиардов гривен в год. Система отопления изношена на 40%, 60% водопроводов в аварийном состоянии. Каждый дом теряет до 40% тепла через фасады и окна. За год вытекает больше миллиарда кубометров воды. Столько же используют 23 миллиона украинцев. Где искать средства на модернизацию? Один из вариантов – позволить регионам оставлять больше денег. И на местах будут вкладывать их в инфраструктуру и коммунальное хозяйство. Децентрализация – это важнейший вопрос. И я считаю, что надо дать больше полномочий регионам и свободы больше регионам. Но что такое в моем понимании свобода? Это и деньги. Регионы должны получить возможность управлять своими деньгами. Тогда они будут конкурентны, тогда они будут заинтересованы конкурировать с другими областями, регионами. И тогда у них будет возможность распределять свои деньги, свои балансы, свои возможности. Ольга живет в трехкомнатной квартире в Кировограде. Сколько придется платить за свои 64 квадратных метра, еще даже не считала, но уже готовится экономить. Печальное ожидание. Повышение цен, придется экономить. Экономить, урезать бюджет, семейный бюджет. Есть дети. На детях экономить не будешь, будешь экономить на себе. Екатерина Лысенко, Инна Белецкая, Елена Брынза, Николай Василюк и Даниэль Косовский. Подробности телеканал «Интер». Повышение тарифов прокомментировали и в оппозиционном блоке. Невозможно платить такие суммы, когда тарифы выросли в 2-3 раза на тепло, в 7 раз на газ, на 50% на электричество. И все это навалилось на те зарплаты и пенсии, которые не индексировались, которые не позволяют прожить сегодня и обеспечить нормальное существование людей. Поэтому это редкий цинизм. Мы уже судимся с правительством о поднятии тарифов и будем продолжать защиту наших людей и дальше. Заявление это прозвучало в Рубежном, Луганской области. Там собрались представители региональной организации оппозиционного блока. Говорили не только о тарифах. За время активных боевых действий многие города и села превратились в руины. Инфраструктуру, жилые дома нужно восстанавливать, но правительство, говорят оппозиционеры, до сих пор не выделило для этого ни копейки. И делать это приходится местным предпринимателям.
О деньгах глава украинского правительства сегодня говорил в Германии. И Берлин деньги пообещал. Сколько и на что дадут, с подробностями Татьяна Лагунова. Украинские политики в Берлине частые гости. Недели две назад в Германии принимали президента Порошенко. Сегодня приехал премьер Яценюк. И не один, а с министрами финансов Яреська и экономического развития Абрамавичусом. Визит рабочий, если говорить о программе, то она была следующей. Днем Яценюк выступил с речью в фонде Конрада Аденаура перед немецкими политиками и бизнесменами. Рассказывал о российской агрессии против Украины и реформах правительства. А уже вечером эти же темы украинская делегация обсуждала с канцлером Германии Ангелой Меркель. Встреча закончилась чуть больше часа назад. Известно, что в ней принимал участие также министр финансов Германии Вольфганг Шойбле. И судя по составу участников, можно понять, что говорили об экономической ситуации в Украине. И, конечно, о реформах, которых ждут Германия и Евросоюз в целом. После беседы Меркель и Яценюк вышли к прессе. Мы также говорили о том, что со стороны Европейского Союза пройдет конференция, на которой будет обсуждаться вопрос привлечения инвестиций. И немецкие бизнесмены в ближайшие месяцы обсудят эту возможность с Украиной. Сегодня подписана угода на 500 миллионов евро. 200 миллионов идет на бюджетную поддержку, а 300 миллионов – это те инфраструктурные инвестиционные проекты, которые должны развиваться в Украине. Это безпосередньо кошти, кредиты, которые дадут возможность малому и среднему бизнесу развиваться. Впрочем, переговоры еще не закончены. Сразу после пресс-конференции Меркель и Яценюк продолжили беседу за ужином. Но теперь вместо министра финансов к политикам присоединились главный дипломат Германии Штайнмайер и министр по вопросам экономического сотрудничества и развития Мюллер. И, собственно, можно предположить, что поменяются и темы. Речь пойдет о ситуации на востоке Украины. Татьяна Лугунова, Вячеслав Фролов. Подробности немецкое бюро телеканала Интер. А в Киеве тем временем к Яценюку приходили гости. У Кабмина собрались авиаперевозчики. Требуют разобраться с монополизацией авиарынка, чтобы полеты не превратились в привилегию для избранных. Подробнее Максим Кошелев. Символические похороны доступных перелетов у стен правительства устроили работники тех авиаперевозчиков, которые пытаются бороться с тотальной монополизацией украинского воздушного рынка. Авиаторы утверждают, лоукостеры и другие зарубежные компании уходят из Украины, потому что руководство госавиаслужбы фактически блокирует развитие небольших и новых авиаперевозчиков в пользу крупного монополиста МАУ. Естественно, прав на то, чтобы мы выполняли полеты отсюда, в те направления, куда мы хотели, мы не получили. Заблокированы все назначения. В это время МАУ получает назначение на всех маршрутах, куда летает на сегодняшний день наша авиакомпания. Перевозчики говорят, такое поведение главы госавиаслужбы Антонюка их не удивляет, ведь до назначения на эту должность он работал в МАУ. Несколько месяцев им удавалось получать маршруты благодаря специальному приказу Мининфраструктуры, но через Днепропетровский суд монополист его отменил. Не реагирует на уничтожение конкурентного украинского авиарынка и правительства. И не случайно убеждены демонстранты. Одноосібно керівник держави видає напрямки зараз. Одноосібно здійснює лобіює інтереси в інтересах лише авіакомпанії МАО, і це вже продовжується на протязі року. Більша частина чиновників, які перебувають в цих стінах, вони незаконно користуються благами від авіакомпанії МАО на протязі багатьох років. В ассоциации авиапредприятий говорят, государство должно регулировать только правила авиационной безопасности, а не подгонять их под конкретного протеже. Решить проблему лоббирования в воздушной сфере, по мнению специалистов, можно, введя европейские стандарты и подписав соглашение «Открытое небо», которое Украина парафировала еще в 2013-м, но до сих пор не приняла. Надо просто снять вот эту проблему через подписание угоды про спильный авиационный простор. И сразу аэропорты наполнятся, и все будет более-менее спокойно. К митингующим представители правительства так и не вышли. Не было среди пикетчиков и коллег из МАУ. Тем временем из страны уже ушел Wizz Air, вот-вот закроются харьковские авиалинии. Еще несколько отечественных перевозчиков вынуждены переводить свои самолеты и персонал за границу. Украина теряет миллионные поступления в бюджет. И только один перевозчик в плюсе. Максим Кошелев, Олег Неведомский. Подробности телеканал Интер. Европа, Америка, Азия уже давно предпочитают авиатранспорт. Но почему для всего мира самолет не роскошь, а средство передвижения для украинцев по-прежнему дорогое удовольствие? Расскажет наш британский сапкор Оксана Кундеренко.
Чаще в воздухе, чем на земле. Билеты от 10 евро. Маршруты во все точки земного шара, практически никаких опозданий. Казалось бы, дешевые авиалинии давно должны были занять рынок и вытеснить конкурентов. Мы открываем базы по всей Европе. Одну в Испании, другую в Италии, третью в Германии. Пытаемся мирно сосуществовать с другими авиалиниями. Но, честно говоря, на фоне их постоянных забастовок наш имидж только улучшается. Но вряд ли солидный бизнесмен полетит рейсом Ryanair или EasyJet. К этим самолетам иногда даже автобус не подают. Пешком по трапу нужно идти. Недаром их называют авиамаршрутками, куда пассажиры набиваются, как сельди в бочку. Кресла не раскладываются, коленки приходится поджимать. А вместо приветливых слов стюардессы призывают купить сувенир. Иногда приходится стряхивать крошки с сиденья, больше на автобус похоже. Еда дорогая, вода и та платная. Сколько платишь, столько и получаешь, я не против. Есть проблема с посадочными талонами. Их нужно распечатывать заранее, иначе штрафуют. Было бы отлично, если бы они регистрировали пассажиров у стойки по паспорту. Драконовские правила – такая же отличительная черта лоукостов, как и дешевизна. Не могут же авиалинии работать себе в убыток. Вот и зарабатывают на чем могут. Чаще всего на дополнительных услугах. Простой пример. Ваш багаж. Бесплатно его взять нельзя. Место для чемодана в багажном отсеке будет стоить в разы дороже, чем место для пассажира в салоне. Ну а если ваша ручная кладь не соответствует параметрам, заплатите огромный штраф, чтобы ее приняли на борт. Тем не менее, поток клиентов у дешевых перевозчиков не иссякает. Они фактически открыли небо для всех желающих, сделали его доступным. Последний тренд – новые маршруты через Атлантику по цене до 100 долларов. Но как не соблазниться? Посмотрите на европейские авиалинии. Последние 10 лет их количество стремительно сокращается, но лоукостеры развиваются и растут. Цены за билеты Ryanair в среднем в 2 раза ниже, чем у Люфтганзы или британских авиалиний. А зарабатывает Ryanair в 4 раза больше конкурентов. Но если лоукосты летают за океан, почему не летают в Украину? Единственная такая компания Wizz Air и та прекратила свою работу. Тем временем отечественные авиалинии с дорогими билетами по сути становятся лоукостами. Перестают бесплатно кормить на борту, вводят ограничения на багаж. Конкурентов-то нет, можно все. И у пассажиров не остается выбора. Оксана Кундеренко и Сергей Дубинин. Подробности. Британское бюро телеканала Интер. Продолжаем подробности. Во второй части выпуска вы еще узнаете много важного и интересного. Увольнительная после повестки. Днепропетровский участник АТО отстаивает свое право на рабочее место. Враг научит, как харьковские педагоги учились у россиян патриотическому воспитанию. В Каневе прощались с киборгом Донецкого аэропорта Анатолием Чупилкой. 2 месяца боец считался без вести пропавшим. Как провожали героя, видела Елена Митясова. 2 месяца ожидания и надежды. Думали, вернется в плену. Сегодня Канев прощается с киборгом Донецкого аэропорта Анатолием Чупилкой. Последний путь провожает весь город. Просто замкомбата, говорят сослуживцы, это был друг, душа компании. Всегда первый и в огонь, и в воду. За ним шел весь батальон. Всегда за своих солдат он был готов отдать все. Даже жизнь, что он сделал. Он тоже хороший человек. И он всегда поддерживает, послушает. И за нас он дуже добивался, ходил там. Дуже хороша людина. Анатолий Чупилка сам настоял на поездке в АТО, говорят знакомые. Будучи депутатом Черкасского облсовета, не стал прикрываться мандатом. В зону боевых действий пошел добровольцем. Оце приезжал останній раз. Він сказав, хто буде захищати Україну, як нас переб'ють. Він знав, що йому життя не буде. Він переживав за гибель. Без отца остались 3 несовершеннолетних детей. Поддержать сыновей киборга обещают местные власти. Мы родині кожного загиблого з обласного бюджету виділяємо по 50 тисяч. Черкасская область за последний год потеряла уже 80 воинов.
Господь забирає кращих. Свято вірив, що ми зможемо звільнити нашу землю від окупантів. І він розумів, що найшвидше мир прийде тільки, коли ми зможемо перемогти ворога. Не перемир'ями, не якимись домовленостями, не інтригами, а конкретними рішучими діями. Анатолій, власне, це був приклад для інших. Похоронили Анатолія Чупілку в Каневі на городському кладбищі. Елена Митясова, Андрей Кузнецов. Подробности, телеканал Интер. Воевать, но уже за себя и на гражданке. В Днепропетровской области поставили точку в резонансном судебном процессе. Речь идет о бойце, которого уволили с работы сразу после того, как он был мобилизован. Удалось ли мужчине отстоять свои права, знает Наталья Грищенко. Высоко! Полетели, полетели! Вот уже полгода Ирина воспитывает двух сыновей одна. Муж Сергей воюет в зоне АТО. Трехлетний Степа очень скучает по отцу и толком не понимает, куда он уехал. Он защищает войну. Ирина рассказывает, когда муж получил повестку, решил, увиливать от службы не будет. Я, естественно, плакала. Он успокаивал, говорит, не волнуйся, есть льготы для военнослужащих, будешь получать и зарплату мою. Но зарплаты мужа Ирина так и не увидела после того, как военкомат прислал на его место работы уведомление о мобилизации, Сергея уволили. Городская стоматологическая поликлиника номер 1. Именно здесь был оформлен на работу Сергей Васюта. И именно отсюда его уволили буквально через несколько дней после мобилизации. В больнице наотрез отказались сохранить за бойцом рабочее место и заработную плату, хотя она составляла всего 850 гривен в месяц. Главврач подняла крик о том, что, значит, мне это не надо. Она кричала не на него, она кричала на, по-моему, главного бухгалтера. Увольняй его, как хочешь, пусть пишет заявление задним числом. В самом медучреждении уверяют, охранника Васюту уволили законно. Он временный сотрудник, и у него срочно, мы его уволили по окончанию действия временного трудового договора. Юрист Юлия Пашковская, в судах она отстаивает именно права военнослужащих, уверена, налицо грубое нарушение закона. Нет разницы между срочным и бессрочным трудовым договором. Нельзя увольнять сотрудника во время его мобилизации. Боец решил судиться с поликлиникой. Пока он воюет, его интересы представляет отец. Это уже пятое заседание. Представители поликлиники эпитетов не жалеют. Человек устраивался на работу к нам, зная, что он будет призван в ряды на службу на эту. Вот мы так пригрели человека, который теперь нас обвиняет. Изучив материалы дела, судья постановила иск Сергея Васюты удовлетворить. Зарплату и компенсацию всего 11 тысяч гривен выплатить. Отец спешит обрадовать сына на передовой. Слышишь меня? Серега? Мы приняли решение о том, что признать полностью наши исковые требования, значит, восстановить на работе, вернуть за вынужденный прогул и компенсировать моральный ущерб. В этом деле наверняка будет апелляция, но сегодняшнее решение семья бойца расценивает как победу. Пока он защищает их на передовой, они смогли защитить его в тылу. Наталья Грищенко, Евгений Кодинцов. Подробности, телеканал Интер, Днепропетровск. Автограбитель с удостоверением СБУ. Вора при погонах задержали в Ужгороде с поличным. Подробности у Марины Коваль. Задерживает милиция вора на горячем. Он как раз разбил окно припаркованного Мерседеса в центре Ужгорода. Вора обыскивают, при нем два пистолета и целая куча украденных банковских карточек. А еще удостоверение сотрудника СБУ. Он відстежував автомобілі, знаходив момент и розбивав вікно, відкривав машину и витягував, починаючи від просто кредитних карток і документів, завершуючи оргтехнікою, телефонами. Милиции подозревают, что воровством задержанный подрабатывал как минимум год. Вот ограбленные машины. Этого человека несколько раз замечали рядом с местом преступления, поэтому и установили за ним слежку. Допускают, что ограбил он как минимум полсотни автомобилей. Одна из потерпевших, Тамара, рассказывает, что припарковала свое авто в центре города. По неосторожности забыла планшет в салоне. Через два часа обнаружила разбитое окно машины и отсутствие гаджета. iPad, який, ну, ну, він був вже вживаний, але це остання модель. Ну,
доларів 800, мабуть, він би коштував. Звичайно, неприємно, бо це особисте, там особисті фотографії, там якісь особисті дані. В обласному управлінні СБУ, де работал задержаний, від коментарів відмовляються. Один із общественних активістів в соцсети написав, що підозрюваний в воровстві 33-літній Олексій дослужився в СБУ до майора. Його уволили зі служби заднім числом в прошлую п'ятницю. А жив задержаний от в цій ужгородській п'ятиэтажці. Сусіди говорять скромно, їздив на ДЕО. Я на четвертому, він на третьому. Він така людина, ніколи не говорила. Ну, як кажуть. Ну, не то, що не хочу сказати, не контакт. Всі точки в скандальному ділі розставить суд. Поки задержаний сидить в СІЗО, але вже завтра може вийти на свободу під залог 60 тисяч гривень. Таке рішення прийняв суддя. Марина Коваль, Юрій Ковальов, подробності телеканал Інтер, Ужгород. Педагогический скандал в Харькове. В сети появились фотографии директора, завуча и нескольких учителей одной из школ с георгиевскими ленточками под портретом Путина. Что это? Сепаратизм, провокация или, возможно, ошибка? Узнавала Лидия Калинина. Шум в интернете наделали вот эти фото. Дама с георгиевской лентой, завуч 136-й Харьковской школы. Вторая – директор. Статью об их визите в Белгород на семинар, посвященный патриотическому воспитанию, напечатала российская газета. После того, как снимки всплыли в соцсетях, депутат облсовета Иван Варченко обратился в СБУ. В умовах, тоді, коли Україна веде війну, тоді, коли люди з колорадськими стрічками стріляють в українських бійців, вчитель, який дозволяє собі одягати цю ознаку армії загарбника, він має нести покарання. Это та самая школа. Сегодня здесь тихо, каникулы. В педколлективе скандальные фото. Обсуждают, но не осуждают. Если приглашают в гости, то вы не будете говорить там, что снимите, пожалуйста, фотографию вашего президента? В этом не было изначально никакого умысла даже. Ни у директора, ни у завуча, ни у коллектива. В гордепартаменте образования тоже заступаются за коллег. Дескать, разобрались и выяснили. В статье напечатали прошлогодние фотографии. И вот в этом году им показывали эти самые, ну, то есть презентацию, рассказы о музее. Дети выступали, но никто, в этом году никто не фотографировался. Сама директор, она только что вернулась после беседы в СБУ, жалуется, их подставили. Страница завуча в соцсетях с георгиевскими лентами и российскими триколорами не настоящая, а сама она истинная патриотка. Вона, мабуть, чи не єдина, в кого над будинком висить український прапор. И вообще на конференцию они ездили не как официальная делегация, а взяв отпуск за свой счет. Школы дружат много лет. Президенты наши здоровкаются, спілкуются. Это же не криминал. Подобные случаи в Харьковской области уже были. Только на прошлой неделе чиновники отчитались за антиукраинские высказывания. Уволили 10 учителей. Но в этот раз педагогов наказывать не собираются. Немає законодавчих підстав для оголошення догани, а тим більше для звільнення. У нас не розірвані стосунки з цією державою, бо у нас немає ніяких наказів міністерства, Кабінету міністрів, Служби безпеки України чи інших інстанцій, які б рекомендували чи заборонили подібні поїздки. В СБУ тоже пока ограничились профилактической беседой. Говорят, формально состава преступления нет. Скандальную страницу завуча из соцсетей уже удалили. Лидия Калинина, Александр Яновский. Подробности телеканал Интер, Харьков. Еще один педагогический скандал, но уже национального масштаба. Пустеют аудитории украинских вузов. Из них бегут преподаватели. Чем обусловлен массовый исход и кто же учить будет, выясняла Ирина Романова. У Галины Васильевны, кандидата филологических наук с 40-летним стажем, сегодня первый полноценный выходной. Но он ее не радует. До вчерашнего дня пенсионерка преподавала в столичном педуниверситете. Говорит, не могла представить свою жизнь без любимой работы и студентов. Посреди семестра достаточно срочно пришлось уволиться. Мы не были уверены, и поскольку никаких разъяснений вовремя не было проведено, в том, что будут сохранены наши научные пенсии. Моя пенсия, например, человека с 43-летним стажем, это 3665 гривен. Если бы Галина Васильевна не уволилась, то с 1 апреля получала бы уже не научную, а 85% обычной пенсии. А это на треть меньше того, что было. По той же причине только на ее кафедре заявление об уходе написали 5 преподавателей. Не лучшая ситуация в Национальном университете имени Шевченко. Близко 30 человек у нас. На сегодняшний день приняли решение, написали заяви. Это наиболее профессионально подготовленные, квалифицированные специалисты.
які мають значний досвід, які вже сформували певні школи наукові, це значна втрата. Чтобы подготовить профессуру такого уровня, понадобится минимум 20 лет. На правительственные реформы жалуются в регионах. В Запорожском техуниверситете, например, на прошлой неделе уволились около 20 человек. Мы их подписываем, поскольку это право человека. В пенсионном фонде разъясняют, не урезать пенсии в условиях тотальной бюджетной экономии не могут, но успокаивают, научные пенсии за учеными сохранятся. Була у людини пенсія 90% від заробітної плати, наукова, наприклад, в розмірі 4 тисячі гривень. От саме в цьому розмірі вона і буде поновлена після звільнення з роботи. Міноборозування увіряє, після того, як преподавателям все роз'яснили, многі передумали увольнятися. Не можна говорити про масові звільнення. Підрахунок ми будемо мати. Тому що сьогодні той перший день, коли вступає в дію нові правила. Ну от уволившися преподаватели хотіли б услышати другое. Желательно було б отримати аргументи, хорошо б з цифрами в руках, як напрямую улучшиться економічна ситуація в країні від увольнення такого кількості преподавателей. І навіть потеряв в деньгах, опрошені нами професора завірили, до кінця учебного року свої лекції в вузах дочитали. Читают, и своих студентов до диплома доведут. Но вот кто будет учить следующее поколение, пока не ясно. Ирина Романова, Сергей Бордюжи, Геннадий Никенко, Игорь Воробей. Подробности телеканал Интер. Неугодные замолкли. С полуночи в Крыму исчезли из эфира крымско-татарский телеканал АТР, радио Мейдан и детский телеканал Ляли. А симферопольских студентов, которые вышли в защиту АТР, наказали. Кто и как, узнаем у Юлии Крючковой. Все сотрудники телеканала АТР сегодня, как обычно, на своих рабочих местах. Но телезрители их работу уже не увидят. На мониторах в студии черная заставка. Тишина и в эфире радиостанций. Мы можем работать как студия продакшн. Возможно, мы сейчас просто будем работать на запас, на архив. А вот симферопольских студентов, которые накануне пытались поддержать телеканал, теперь судят. Только за то, что они решили записать видеообращение в поддержку АТР. На место съемки подъехала полиция и увезла с собой в отделение 8 человек за несанкционированный митинг. Студенты говорят, ролик записать успели, но во время задержания карта памяти была повреждена. Мы сами не можем разобраться, в чем нас обвиняют. Вроде как в несанкционированном митинге, но как такового его не было. Естественно, мы свою вину не чувствуем, потому что мы хотели защитить свой канал. Я отказался давать показания и считаю, что это виновные должны оправдываться, а не те люди, которые законопослушные граждане, которые просто выражают свою активную позицию. По Алексею Ефремову Киевский райсуд Симферополя сегодня уже вынес решение. Его признали виновным в организации этого мероприятия и в сопротивлении сотрудникам полиции. Считаю, что решение суда незаконное, материалы дела не подтверждены достаточными доказательствами. По решению суда Алексей Ефремов обязан заплатить 20 тысяч рублей штрафа за попытку снять ролик и еще 500 рублей за сопротивление полиции. У защиты есть 10 дней на апелляцию. А вот в ВУЗе к своим студентам претензий не имеют. Ректор уже заявил, что он и многие преподаватели разделяют их позицию. Ну и как стало известно сегодня, во второй половине дня в Мининформполитике Украины решают вопрос о том, чтобы организовать вещание телеканала АТР на материковой части страны. Такое поручение министру дал президент Украины. Юлия Крючкова, Виталий Зитковский, телеканал Интер, Симферополь. Все три крымские епархии – Симферопольская, Джанкойская и Феодосийская – остаются частью Украинской православной церкви и не переходят под юрисдикцию Русской православной церкви. Об этом после заседания Священного Синода УПЦ заявил управляющий делами церкви митрополит Антоний. Священнослужитель также надеется, что вскоре будет подписано соглашение между украинским государством и конфессиями, которые инициировал Совет Церквей. Такой документ есть во многих европейских странах. Це має бути такий прозорий шлях, який, можливо, і дасть більш таку прозору картину того, що відбувається в релігійній сфері. Такі угоди, насамперед, ми знаємо, є в деяких державах. Наприклад, угода конституційна, підписана в Грузії, де з однієї сторони принцип відокремлення держави, церкви від держави, і в той же час порядок співробітництва між церквою і державою.
Мексиканский залив. Снова пожары, снова на нефтяной платформе. Возгорание произошло глубокой ночью. Пожарным до сих пор не удалось потушить огонь. С подробностями ЧП наш американский сапкор Дмитрий Еловский. На сей раз загорелась платформа мексиканской нефтяной компании Pemex. На этом месторождении трудились более 300 человек. Конечно, первым делом их всех стали эвакуировать. На данный момент сообщается об одном погибшем и 45 пострадавших. Очевидцы рассказывают, что ночью услышали громкий взрыв. После этого огонь моментально распространился по всей платформе. Сейчас довольно трудно выяснить причину этого ЧП, но, судя по всему, к нему привело просто несоблюдение правил пожарной безопасности в инженерном блоке. Рабочих платформы, где находились, к слову, и жилые блоки, стали вывозить в город Сьюдад-дель-Кармен, куда многие поступили в больницы с ожогами дыхательных путей. Огонь до сих пор не потушили, хотя в регионе работает 8 пожарных катеров. Для мексиканского Pemex это, надо сказать, уже не первое ЧП за последние годы. В 2013 году в штаб-квартире компании в Мехико произошел взрыв, унесший жизни 37 человек. Годом ранее, в 2012 году, произошла трагедия уже на газовом месторождении компании. Тогда погибли 26 человек. Также напомню, что в 2010 году в Мексиканском заливе произошла просто настоящая экологическая катастрофа, когда загорелась нефтяная платформа компании BP. В океан тогда вытекли 5 миллионов баррелей нефти. Регион, где произошел вот этот сегодняшний взрыв, является одним из самых богатых шельфовых месторождений в мире. Для Мексики это еще и ведь важный источник экономического роста. Но сейчас главный вопрос – это произошел ли разлив нефти, насколько сильно ущерб нанесен экологии региона. А в этом еще долго предстоит разбираться специалистам. Дмитрий Уловский, Юрий Рванюк, подробности. Американское бюро телеканала «Интер». На этом все. Такими были подробности этого дня. Спасибо, что смотрели. До встречи.